Их называют русскими Паганини. Они играли на скрипках великих итальянцев Страдивари и Гварнери. А теперь в рамках программы «Звезды 21 века» братья Иван и Михаил Пачекины приехали с концертом во Владимир. Знакомство с инструментом у обоих братьев случилось в раннем детстве, что неудивительно, ведь их отец – известный скрипичный мастер. Поскольку я старше, меня отдали, как говорили раньше, на музыку. Но Миша уже хотел этого сам, потому что, как бы, видя процесс живой, воочию, ты его по-другому видишь, чем просто рассказы. И желание у меня, наверное, пришло заниматься уже музыкой серьезно, когда я почувствовал, что у меня что-то начинает получаться. Во Владимир музыканты привезли особенную программу. Послушать ее можно будет завтра в областной филармонии. Начало в 18:30. Будет очень разнообразная программа. Вдвоем мы будем играть концерт для двух скрипок Баха и Вивальди. И каждый сам по себе, значит, я буду играть во времена годы Астора Пьяццоллы. И вот Ваня будет для минорный концерт Баха и свиту в старинном стиле Шнитке. Получается, то есть у нас очень по времени жизни композиторов очень такая, она разнообразная.